привет. Ну что, пришла машинка 93-го года. В довольно приличном состоянии. Заметьте, даже у ней потолок нигде грамм не провис. Это очень удивительно. Весь салончик живой. Вот. Несмотря на то, что пробег уже 200 тысяч где-то там получается. Вот. Такие дела. Сейчас будем восстанавливать ее. Тягу панора будем, вернее, восстанавливать. Сначала я выкручу болт от панора, откручу. И уже подниму машину на подъемник. И буду дальше снимать. В машине болт легко открутился и вышел сюда. Мы проверим, в каком состоянии будет саленблок. И основная проблема — это у нас снять вот тут сошку. То есть там надо вытащить сверху штифт. Сейчас покажу. Там вот штифт, и открутить гайку и сбить его сюда. Вот. Это то, что относительно. Еще вот хотел заметить такую штуку. Не знаю, кто так сапун умудрился вывести моста. Это, конечно, не есть хорошо. И мы его поставим на свое место, потому что шланг сапуна висит примутанный к низу. Возникла такая ситуация. Палец, возможно, болтается в домике панеры. И он, короче, прокручивался. Никак не мог открутить его, он проворачивался. Загнал вилку сюда и оттягивал. Человек попросил, помогал, оттягивал к низу тягу. А я в это время ключом, накинутым на гайку, откручивал таким способом. Получилось палец сделать, чтобы не вращался. И, соответственно, открутить. Сейчас я выкручу, промерю палец. Может, палец надо будет менять, а может, домик панеры. Болгарочкой вскрыл. Вот, панеру. Я не вижу. На ней пружина. Она не оригинальная, что ли? Логически, на оригинальной должна быть пружина. Ну и сейчас буду мерить палец. Болтается он в домике панеры или нет, уже от этого будем плясать. Смотрим домик панеры. В принципе, палец входит плотно. И чуть-чуть люфтец есть. Сейчас посмотрим на другие пальцы и решим. Ну, домик смысла трогать нет. Сейчас надо либо на пальце конус поправить, чтобы плотно сидел, чтобы он не вертелся. И немножко вот есть люфт такой. Попробуем сейчас, что получится у нас. Ну так, в принципе, домик еще живой. Другой домик панеры. Ставил туда наконечник. Он сидит четко. В той все-таки он болтается. Значит, вариант сейчас А. Я сниму тот домик. Пойду до токаря. Если получится восстановить. Получается этот, как он, конус, чтобы затянулся, значит, тот поставим. Если нет, значит, вот этот поставлю домик панеры. Два болта вот тут и два болта снизу. Вот, и у нас домик снятый. Сейчас покажу. Вот тут он болтается под нагрузкой. То есть и смысла просто восстановить эту нету. Надо попробовать конус сделать, чтобы он затягивался. Сейчас пойду до токаря. Идет попытка восстановить домик панеры, конус. Вот, сейчас попробую, если даст бог, шабером получится. Рабером. Вот, то значит восстановим. Пока вот так. Ну, что я могу сказать? Я у своего друга Бекира, который мне всегда помогает. Вот, вот так. Сказал станки, или внуку, или мне завещать будет. Резьба приварена, сейчас это будет шлифоваться, краситься, ну и собираться, соответственно. Второтница ставится, под ключ делаться гайка сама. Ну, пока вот так. Вроде домик панеры восстановил, конус. Будем все собирать. Так, значит, что сделано? Панера покрашена. Все, сейчас буду ее собирать. Мыт домик панеры, вроде конус восстановил. Сейчас помажу его мовилем в том месте, где он прикасается к кузову,
чтобы не было ржавчины. Обработал преобразователем ржавчины. Сейчас она чуть-чуть в реакцию войдет. Потом я вытру. Соответственно, там будет помазано малярией. Болты, как с завода были, поставлю на стоп-резьбу. И буду собирать домик. Так, ну вот. Все собрано. Домик панеры стоит. Панера поставил. Вот в таком положении очень легко, когда мост вернулся на место, очень легко получилось поставить болт панеры. Ну и, соответственно, затягиваю я его тоже в положение, когда мост отпущен вниз, чтобы не рвало, как бы не рвало сайлентблок, он должен под нагрузкой был затянут. Вот. Все, здесь все шприцуется. Плохо, блин, на телефон снимаю. Не очень хорошо видно. Все шприцуется, контрится. Все сейчас смазано. Поставил новые вкладыши, потому что те были стертые. Короче, все готово. Можно звонить, человеку отдавать.